видимо, окончательно убедив себя в том, что жизнь беззаботна и прекрасна, хабировские чиновники с удвоенной силой продолжают добивать региональный бюджет. Мы сделали небольшой обзор госзакупок последнего времени, и, честно говоря, я пришел в ужас. Например, чиновники Белого дома срочно закупают ножи, ножны которых издают приятную музыку в исполнении ведущих башкирских кураистов. Зачем людям ножи с музыкой, совершенно непонятно. Стоят, кстати, эти ножики весьма прилично. Не забывают чиновники оплатить ежемесячную чистку любимого фонтана дорогого Ради Фаритовича на Советской площади. Кстати говоря, эта чистка обойдется в 1 000 000 рублей каждый месяц. Закупают юрты, очередные юрты на 9 миллионов рублей. Не забывают оплатить и VIP-обслуживание губернатора в собственном аэропорту. Тоже 1 000 000 рублей в месяц. Ну, банкетам, фуршетам, честно говоря, не с числа. Их уже там можно исчислять десятками и сотнями. И все это на фоне того, что эти чиновники сами же верят в свои собственные сказки о том, что их окружает, например, годовая инфляция всего в 2%.